3 августа, 24 год, березовый лесочек, папа зашли, вот первачок, молочок, белячок, первый вот такой вот свежачок вышел, только-только вышел. Отошли мы 5 метров, и тут же вот еще очередной белячок. Так, один, и тут же второй. Красавчик, именно под елочкой растет. Вот такая вот куцая елочка, но рядом березки. Ну, вот они прям стали только-только появляться. Белячки. Красавчики. Маслят очень много в сегодняшний день. Вот они. Повсюду.